Формат выездных приемов граждан в регионах позволяет решить проблемные вопросы, беспокоящие людей на местах. И о том, что такие приемы необходимы, говорил тот факт, что наболевшими проблемами и вопросами делились не только жители района. Приезжали люди и из Минска, и из Барановичей. Большинство вопросов были личного характера, но некоторая часть касалась всей общественности. Белорусов, несомненно, волнует вопрос, будет ли в итоге подписано соглашение о снижении стоимости виз для наших граждан. Этот вопрос также прозвучал на встрече. Есть согласие получено, решение соответствующих инстанций, да, на подписание с Беларусью. Об этом было много информации в прессе. То есть здесь вопросов нет. Все тексты согласованы, и одно, и второе. То есть вот сейчас мы ждем реакцию Великобритании по данному поводу, именно по реадмиссии. И мы очень надеемся, что если не до конца этого года, потому что 90 дней еще не истечет, то, в общем-то, рассчитываем, что буквально январь-февраль эти соглашения будут подписаны. И действительно стоимость виз по принципу взаимности будет установлена в размере 35 евро для граждан Евросоюза и для граждан Республики Беларусь.